Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, и сегодня будет видео 10 фактов о собаках. Вот, ну что ж, давайте мы уже начнем. Ночное видение. Собаки могут видеть в темноте благодаря специальной мембране, известной как тапетум, от древнегреческого покрывала или ковер. Узнаем настроение. При виде хозяина, например, собака испытывает радостные эмоции. Это сопровождается движениями хвоста вправо. И наоборот, хвост сдвигается влево, когда питомец встречает что-то негативное, например, злого пса. Прекрасный вкус. У собак более 1700 вкусовых рецепторов. У людей для сравнения около 9000, а у кошек около 473 рецепторов. Инсулиновый счетчик. Некоторые собаки обучены подавать сигнал своему хозяину-диабетику, ведь собаки чувствуют особый запах, который выделяется при падении уровня инсулина в теле человека. Куда дует ветер? Мокрый нос помогает нашим питомцам определить направление ветра. Третий глаз. У наших питомцев три пары век. Третья пара – мигательная мембрана, смазывает и защищает глаз. Быстрый слух. Собака может определить источник шума за 1/600 секунды. По сравнению с нашим человеческим ухом, собаки могут слышать звуки, которые в 4 раза дальше по расстоянию. В древности. Древние египтяне боготворили своих собак. Когда любимый питомец умирал, хозяин обмазывал грязью волосы, забривал свои брови и рыдал целыми днями. Приятный запах. Наши питомцы не потеют, однако имеют потовые железы между лапами. Они могут пахнуть кукурузными чипсами или попкорном, что является абсолютно естественным явлением. Впечатление от цвета. Большинство людей думают, что собаки могут видеть только черно-белые цвета, но это не так. Собаки не дальтоники. Наши питомцы также различают синий и желтый цвета. В общем, ребята, если вам это видео понравилось, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И, ребята, у нас на канале уже 500 подписчиков. Я так этому рада, спасибо вам огромное. И в скором времени я выложу видео на 500 подписчиков. В общем, всем пока.